Опасный гоблин! Грибок! Привет, ребята! Меня зовут Помониус. Я волшебник. У нас клан, свой клан. Мы добрые волшебники. Мы живем в лесу. Мы храним покой леса. Я сегодня вышел выполнить специальное задание. Я вообще грибник. Ну, грибник-волшебник. Собираю волшебные грибы в обмусики. Эти грибы, вот один грибочек, так, вон зелененький. Они вообще-то волшебные, эти грибы. Да, а почему они волшебные? А я вам объясню. Мы такой большой клан волшебников. Мы защищаем нашу долину от злого клана. Клан злых волшебников, клан Зинга. Они творят хаос в нашем лесу. Все разрушают, все портят. Все ставят на другие места, нападают на нас. Нападают с помощью гоблинов, драконов и опасных чудовищ. Да! Так вот, у меня ответственная миссия. Я собираю грибы в обмусики для того, чтобы они защищали нас всю зиму от этих злых зингов, да. Как только я соберу 150 вобмусиков, мы с вами специальное волшебное зелье. Ой, так тюк, вот эти вот квадраты, кстати, поставили на эти места. Что вы думаете? Конечно, это же злой клан Зинга. Я их сейчас расставлю все по местам. Так, грибочек, грибочек, да, вобмусики нам очень нужны. Так вот, ребята, мы собираемся все вместе. Вместе с самым нашим главным, нашим волшебником, наш предводитель, добрый Липус. Мы говорим специальное заклинание. Я раскладываю все эти бабмусики вокруг костра. Мы произносим заклинание. И вокруг нашей деревни на целых полгода растает большой защитный купол. Конечно, а то постоянно эти зинги нападают на нас, так. И вот сейчас, вот так, опля, грибочек собрал. И вот этот вот купол защищает нас целых полгода. Мы пока расстраиваем долину, мы строим вообще дома. Мы очень дружим нас с цветочными феями. Мы им тоже помогаем защищаться от злого клана зингов, да. Они воруют у цветочных фей крылья, а потом летят, нападают на нас и на другие добрые кланы. Кстати, вот я сейчас собираю в обмусики. Я не удивлюсь, что эти злые клан Зинга поставили где-нибудь своих опасных злых гоблинов. Они нападают на нас с помощью драконов. Ну еще такие чудовища зубатые, опасные такие. Вы бы их только видели. Так, мне нужно по-быстрому собрать уже. Скоро наступит осень. А потом в обмусике они потом не растут. Они растут только в середине лета и в конце. Вот, я должен успеть. Сейчас как раз сезон. Так. Опля, собрал бабнусик. Так вот, я не удивлюсь, что появятся злые гоблины, которые будут мне мешать. Понимаете? Мешать собирать вобнусики. А меня там все ждут. Опа, собрал вобнусичек. Да уж. Это все думают тут легко. Ага, сейчас как появятся эти злые гоблины, драконы и всякие чудовища. Попробуй собери все вобнусики. Очень тяжело. Но я подготовился на всякий случай. У меня есть волшебный мой молоточек. Но я же... волшебник-грибник. Волшебный молоток, которым я
пытаюсь, да, да, я могу. Ну, конечно, я могу, но я же волшебник. Ребят, ну, я хоть маленький, но даленький. Как? Колданул. Ух, как колданул. Конечно. Получат они у меня, ну, если нападут на меня. Так, собираем. Волшебные сундучки, да, там должен, они нам пригодятся. И собрал бабнусик. О, ну смотрите, ребята, ну я же был прав, вон они. Два синих, бум, получи. Бум, молоточек, видели, ребята? Как я колданул его, аж пузырьки полетели. Так, расставим квадратики, так, взяли звезды из волшебного сундучка. Они нам помогают делать заклинания. Ну и, конечно, бабнусик. Так, он бежит, бежит, ой-ой. Так, полечу пока, бум, получил. Видели? Нет, вы видели, вот о чем я вам и говорил. Это ужасный был злое чудовище, которое... Ой-ой-ой. Так, вон он, это гоблин. Сейчас я быстренько... Так, лезу. Так, вобнусичек, ой. Вобнусик, ты куда? Они еще убегают, эти вобнусики, вообще. Бум, их еще трудно собрать, да, ребята? Они же живые. Поэтому они защищают нас целых полгода своей волшебной силой. Опа, собрал. Он ходит этот с палкой. Зеленый или синий он такой. Они еще цвет меняют, эти гоблины. Да, злой клан Зинга. Не дают нам прохода. Конечно, они же слабые. Эти колдуны, они делают только зло. И хотят нас захватить, чтобы мы все делали для них. Но так же нельзя. Так же нельзя быть такими злыми. Так, вон ходит он. Бум, получи. Опа, и вобнусик поймал. Так, ого, сколько вобнусика. Вот это я нашел место. А вон злое чудовище. Сейчас я эти квадраты проставляю, ребята. Так, лезу наверх. Ой, не допрыгнул. Вот теперь могу забрать. Бум, вобнусик забрал. Так, волшебный пропеллер подбрасывает меня всегда. Класс, мне нравится. Ой, убежал. Так, возвращаюсь. Лечу, лечу, лечу. Опа, опа, опа. Так, спускаюсь. Так, куда же пойти дальше? Нет, наверх пойду. Вот он. Куда ты, вобнусик, поймал? Да, не так мои ребята из клана и сказали. Давай, давай, Помониус, иди и собери все вобнусики. Ну, а что я скажу? Это моя работа. У нас каждый отвечает за свое дело, за свою работу. Я волшебник-грибник. Я собираю волшебные грибы. Так, ребята, так, подвину. Ой, я еще такой болтливый. Да, меня так еще прозвали. Просто Помониус Болтун. Ну, я не обижаюсь. Да, я просто много говорю. Но я говорю не просто так. Я говорю по делу. Если я что-то говорю, то я это говорю не просто так. Потому что я говорю это так, что это нужно. Да, я бы не говорил, если бы этого не было нужно. Поэтому я говорю, да. Так, так, так. Идем, идем. Идем. О, опять это чудовище. О, прыгает. Оно тоже. Эти хоть злые колдуны, но они злые чары могут напускать. Да, тут чуть-чуть. Шаг влево, шаг вправо, получил злой гоблин. Шаг влево, шаг вправо. И все, и схрумкают тебя. Не останется, а останутся одни, как говорится, рожки да ножки. Так, ладно, собираю грибы. Ой, куда? Куда ты побежал? Так, еще один, опа, собрал. Так, двигаем. Двигаем, так, сундучки. Нужно волшебные звездочки забрать, так. Опа, еще один зелененький. И красненький сейчас соберу. Опа, так, и сиреневый нужно обязательно. Мне сказали, чтобы я не пропускал ни один грибок. А я им сказал, я так и делаю. Я всегда делаю как правильно. О, вон он, вижу свой гоблин. Сейчас придет с ним разобраться своим волшебным молотком. А ну-ка. Ой, промазал. Ну ничего.
Так-так-так, вон, ребята, посмотрите. Вот, начинается уже, эти злые чары начали применять. А почему я такое говорю? Да потому что вон летает уже злой дракон. Бум, получи. Если он дыхнет на тебя вот этим своим пламенем, ну все, считай котлетка. Да, жареная котлеточка. Я не хочу превратиться в котлетку. Мне и так устраивает быть нормальным, обычным, хорошим, добрым волшебником. А в котлетку я не хочу превращать. Так спускаюсь, пу, забрал помончик. Бабнусик, бабнусик. Без бабнусиков, сказали, не приходи. Так, еще собрал. Так, злой гоблин. Аккуратно на. Ой, чуть не привалило меня. Вы видели, как тут опасно. Ну, я не боюсь. Я не боюсь опасности. И злой гоблинов я не боюсь. Я ж каждое лето на этой специальной волшебной поляне собираю бабнусики. Так, опа, ой-ой, собрал еще один. Опа, собрал. Иду дальше. Ребят, вот опять. Теперь раз, два, три. Ого, стреляют. Ой-ой-ой, получи. Ты меня так просто не возьмешь, злой дракон. Все их больше и больше становится. Видно, клан Зинга чувствует, что скоро мы поставим защитный экран, и они не смогут на нас нападать. Так что они все больше и больше ставят свои, делают нам свои козни, всякие гадости, короче. Так, быстренько собираю, сейчас соберу все бабнусики и быстрее в клан. А завтра... Завтра соберемся всем кланом, позовем цветочных фей, как поколдуем, как сделаем большой защитный экран для всей долины. Ну ладно, ой-ой, ух ты, зубастый какой, прям чуть не схрумкал меня. Ну ладно, главное делать свое дело правильно, ребята, я говорю. Делал дело, гуляй смело. Опа, так, еще один. Так, сирененький. Забрал, так, бегу-бегу. Подвину и красненький. Теперь опять сирененький. Ой, опять летает этот дракон. И гоблин был. Так, с драконом разобрался. Ух ты, какой стоит тут. Сейчас я ему дам. Бум, получил моей волшебной палочкой. Это, конечно, я же вам говорил, ребят, это не палочка. Это мой волшебный молоток. Он мне помогает добывать бабнусики. Ну, конечно. Ну, и я еще расправляюсь с этими гоблинами, злыми драконами. Так, собрал, собрал. Так, теперь этот. Еще этот. Так, зеленый. Ой-ой. Так, быстрее, быстрее. Опа, собрал. Ой. Сейчас я как дам ему. Ой, успел. Размахался своей палкой зеленой. Ты что? Ну, они, конечно, меня не понимают. Они же заколдованные. Им бы только палкой махать. Ой, бежит, бежит за мной этот злое чудовище зубатое. Бум! Вот так вот. Будешь знать, как нападать на добрых волшебников, грибников. Это я, конечно, себя имею в виду, ребят. Так, а куда дальше? А, точно, подвину, двигаю, двигаю. Опля, механизм сработал, бабнусик я нашел, сиреневый, бум, классно. Так, дракон, ой-ой-ой-ой-ой, поднял меня, вы видели? Класс, не заметил меня. Фух, я как раз собрал целых три бабнусика, супер, просто супер. Так, ломаю вот эти кубики, бум. Бу-бу! Так, кидаю. Теперь сейчас этот будет лететь. Так, ну-ну-ну. Давай-давай-давай. Бу-бу! Разобрался. Так, еще один зелененький. Так, прыгаю. Ой-ой-ой-ой-ой. О, фух. Так, и красный. Ой, куда ты пошел? Ну стой. Вечно они убегают. Попробуй догони. А я догоню. А
Конечно, я догоню. Но я же шустрый волшебник. Меня зовут Помониус. Кто не запомнил, ребята? Так, целых два. Ну, вроде бы. Как я чувствую по рюкзаку, почти все бабнусики у меня уже в рюкзаке. Буквально осталось, буквально пара штучек. Так, вон зеленый, сиреневый, красный. Так, еще чуть-чуть. И все. И я соберу все бабнусики, точно. Так, вон еще чудовище. Так, вот эту штучку подвинул. И все, и я сейчас бегом, прям прибегом. Бегу в клан, всех соберу. Соберемся все вместе, вместе с феями. Как колданем. И вот еще, ой, сиреневый забыл. Так, отлично, и вон еще маленький. Так, маленький, так, сейчас я эту подвину. Вроде бы это последний. И все, ребята. И наша деревня будет под защитой. Так что, если что, приходите к нам. Ну, пока, всем удачи!